Варлам Шаламов – русский прозаик и поэт, известный прежде всего как автор цикла «Колымские рассказы». О творчестве Варлама Шаламова нам расскажет актер Саровского драматического театра Павел Козлов. Судьба этого человека очень сложна, но в то же время интересна. Он родился в семье вологодского священника, пятым ребенком. Семья у него была очень интересная. Отец, будучи священником, идеально знал английский язык и мог на нем спокойно разговаривать. Варлам Шаламов в 3 года научился читать и начал поглощать книги из библиотек. Он просто перечитывал очень-очень много разной литературы и был, ну, очень начитанным человеком. Он очень быстро оказался в Москве. Сначала он работал дубильщиком на кожевенном заводе. Потом поступил в МГУ на соцправо, отучился там 2 года, но из-за того, что он скрыл свое происхождение, его в результате оттуда отчислили, когда узнали, что его отец был священником. Вот. Но он устроился журналистом, писал рассказы какие-то. Впрочем, особым успехом на тот момент они не пользовались. И он состоял в различных кружках, в том числе встал в троцкистскую оппозицию. Вот. И за это он получил свой первый срок, 3 года, на Вишере. Выйдя оттуда, он опубликовал несколько рассказов, которые очень зашли, но его не печатали. Только в журналах, имеется в виду. И потом он получает второй срок, 5 лет, за что точно не скажу. И потом, как только его срок подходит к концу, он получает еще 10 лет за то, что в разговоре с так называемым стукачом говорит, что Бунин – русский классик. За это он получает еще 10 лет и отправляется в Магадан. И вот там он понимает, что он попал в самое ужасное место на Земле. Читая его рассказы оттуда, понимаешь, что это то место, в котором не надо побывать никому из нас даже ни одной минуты. Он утверждал, что это место по-настоящему ужасное, и проект «Человек» как таковой разрушен. Человек проиграл в этой схватке. Почему? Потому что люди там поставлены в безумно тяжелые условия. Условия невероятного холода. То есть тебе холодно всегда. Тебе холодно, когда ты работаешь на приисках. Тебе холодно, когда ты приходишь в свой барак. Ты всегда хочешь есть. И эти чувства, они убивают в человеке, все живое, по сути. И все его рассказы пронизаны какой-то отчасти безысходностью. И мы понимаем, как он просто 20 лет своей жизни отдал Колыме. И о том, как, в общем-то, о том, как ломают человека. Вернувшись из лагерей, он уже не смог стать человеком, как прежде. Вот. Все, что он мог делать, это писать. Это, конечно же, не печатали. Напечатали его, кажется, уже посмертно, и то в Америке. И закончил свою жизнь, в общем-то, он очень, очень печально. Дороги всегда прокладывают в тихие дни, чтоб ветры не замели людских трудов. По проложенному узкому и неровному следу двигаются 5-6 человек в ряд плечом к плечу. Они ступают около следа, но не вслед. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать снежную целину. То место, куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы, тракторы. Если идти по пути первого, след вслед, будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, стежка, а не дорога. Первому тяжелее всех. И когда он выбивается из сил, вперед выходит другой, из той же головной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели. Варлам Шаламов. «Колымские рассказы». Рекомендую.